В 80-е годы в Японии родилась игра «Юки Гассен», что переводится как «Снежная битва». В России, где на большей части территории зима длится по полгода, эта игра традиционная, но называется проще – «Игра в снежки». Очередные соревнования в Мурманске уже на старте. В Мурманске началась подготовка к 11-м уже традиционным играм в снежки «Юки Гассен». В этом году участники разделятся на две возрастные категории – школьники, гимназисты, лицеисты, студенты от 14 до 23 лет и взрослая работающая молодежь 24-35 лет. Самое главное правило, наверное, это, как вы видели, выбить участников, либо взять флаг. За всех выбитых участников на поле вам, судьи, присуждают 10 баллов. И за взятый флаг вам также судьи присуждают 10 баллов. Судьи опытные, оценивают технику, соблюдение правил, требуют адекватного поведения по отношению к соперникам. Многие забывают, что нельзя прижимать все снежки, допустим, когда ты бегаешь. То есть это будет автоматически, я буду удалять с поля. Заступать за линии в основном нельзя. Не драться, не материться, самое, наверное, важное, что может быть. И играть честно. Не стоит забывать и о безопасности. Шлем, наколенники и налокотники – лучшая защита при падениях и травмах. Сами снежные комки тоже способны травмировать. Их изготавливают за полчаса до старта с помощью специального приспособления. Есть вот такая пресс-форма. В одной пресс-форме за один раз можно при хорошем сложении температурных режимов можно приготовить 45 боевых снежков. Засыпается снег. Есть такие вот углы, чтобы снег сыпал. Игры состоятся 23 и 24 февраля на стадионе 50-й школы на улице Орликовой, дом 35. Заявиться на участие можно до 17 февраля. Адрес электронной почты yukigassen.murmansk@mail.ru.